В СФФУ прошел финал ежегодного конкурса среди студентов с особыми образовательными потребностями. Его проводит Центр развития инклюзивного образования. Он дает возможность ребятам показать свои таланты и способности. Соревнования прошли по номинациям «Талант года», «Лучший спортсмен года», «За мастерство», «За волю к победе». Участники показали умение вести себя на сцене, артистичность. В интеллектуальной викторине продемонстрировали свои знания в области искусства, литературы, науки. Отметим, что университет уделяет пристальное внимание внедрению непрерывной системы инклюзивного образования в Якутии. Сегодня в ВУЗе обучается около 200 студентов с особыми образовательными потребностями. А центр оказывает содействие в социальной адаптации, проводит мероприятия, направленные на раскрытие интеллектуальных и творческих способностей студентов. Конкурс среди студентов с особыми образовательными потребностями проходит уже третий год. Каждый год вот в этом зале мы встречаемся именно 19 мая. С проводами весны, так скажем. Ну вот этапы – это постоянное сопровождение. Вот центр Пантелеймона Романовича, он все время сопровождает студентов. Это их состояние учебы, их активность во всех сферах деятельности, то есть будь то спорт, творчество. То есть у нас студенты ничем не ограничиваются.